У нас, правда, и колес там меньше 36-х никогда не стоял. Отдай им скорость чуть-чуть. Интересно, конструкторы этого автомобиля, конечно, думают, что, блядь, будет такая. Дай попробовать. УАЗик для чего создавали, знаешь? Для военных. В него сел, задание выполнил, подорвался на мине и все. Для этого американцы делают свой джип. В котором вообще ничего нет, кроме сейчас. Сядь за руль, интересно. Смирнов. На перекур, да, вышел? Культиватор. Ну что, поехали? Все. Да хорош. Если Смирнов аккуратно зайдет. Говно будем гребать. Сейчас отдыхай. Кёркер.